Привет, друзья! Скажу честно, что видеоблогерство для меня сфера достаточно новая и неизведанная, и у меня нет никакого профессионального образования, связанного с телевидением или монтажом, или видеосъемками, или даже журналистикой, но в свое время, да, я работал какое-то время на телевидении. Это было, ну, не так уж и долго, и в кадре я, ну, практически не работал, по-моему, может быть, один или два раза, и то есть, как бы, особо желания у меня не было. Сейчас я занимаюсь этим для удовольствия. Ну, и я сейчас продолжаю, как бы, тестировать и испытывать разное оборудование, ну, начиная от мобильного телефона, заканчивая более продвинутыми какими-то камерами. Вот в свое время я купил камеру DJI Osmo Pocket и Extension Rod к ней, то есть как это назвать по-русски, то есть это, да, такая палочка, которая сделана вот именно производителем этого оборудования, этой камеры, и то есть она полностью интегрирована, она очень удобная, но все еще были вопросы к звуку, честно говоря, потому что, ну, звук был далек от идеального, когда я не использовал внешний микрофон. Но использовать микрофон, петличку со шнуром было как бы не очень удобно в некоторых случаях, а покупать что-то более дорогостоящее, беспроводное и качественное, некачественное покупать не хотелось. То есть, ну, пока что для меня это не настолько серьезное хобби, чтобы инвестировать уже очень много денег в это дело, и поэтому я купил себе вот такой вот микрофончик Rode Video Micro. То есть, в принципе, такой маленький проводной микрофон, который присоединяется к этому роду. И, в общем-то, он, по сути, он должен улучшить звук и, в принципе, сделать его более мощным, более насыщенным, более чистым. И вот к ней вот идет такая вот насадочка, по-моему, она называется Dead Cat, да, потому что похожа на котика, в принципе, она такая немножко большеватая, наверное, но это самое, в принципе, как бы держится нормально на камере и вот на этой всей вот системе. Ну и сегодня я решил просто протестировать, насколько это было вообще разумное вложение, есть ли какая-то разница между тем, что как бы, если я использую этот микрофон или если я не использую этот микрофон. Сейчас сделаем такой вот небольшой вот тестик. Сейчас я вот должен вам сказать, я говорю на вот эту мою камеру DJI Osmo Pocket с присоединенным микрофоном. Сейчас попробуем несколько вариантов, поговорить немножко ближе, немножко дальше, немножко громче, немножко тише, и посмотреть, будет ли разница. Итак, тест с микрофоном Rode Video Micro. Говорю нормальным голосом. Сейчас я говорю громким голосом, более громким голосом, Сейчас говорю тихим голосом, шепотом, говорю шепотом. Так, а сейчас мы отсоединим этот микрофон и посмотрим, как работает камера, встроенная камера DJI Osmo Pocket. Ну и так, сейчас мы используем встроенную камеру DJI Osmo Pocket. Я попробую поговорить с разными голосами. Вот сейчас я говорю нормальным голосом. Сейчас говорю громче, говорю более громким голосом. Сейчас говорю тихо, шепотом, говорю тихим голосом. Так, ну, можем считать, этот тест закончен. Перейдем к следующему этапу. Так, сейчас, как видите, я отошел еще на несколько шагов дальше для интереса, и микрофон присоединен, то есть я говорю с микрофоном. Я говорю нормальным голосом, Сейчас говорю громким голосом. Тихим голосом. Ну, тест закончен. Сейчас попробуем без микрофончика. Так, сейчас я микрофон отсоединил. Сейчас буду говорить нормальным голосом. Говорю нормальным голосом. Громкий голос. И шепотом тихо. Тихим голосом. Так. Ну что, тест закончен. Сейчас пойдем посмотрим результат. Ну вот, я просмотрел результаты, ну и, честно говоря, был немножко, ну, поражен и восхищен вот этим маленьким микрофончиком, который как бы
делает такую большую разницу на самом деле в качестве, в громкости. Вообще, ну да, на самом деле за вот те деньги, которые он стоил, я скажу, что это вообще шикарное, отличное приобретение. И то есть с вот этой вот маленькой штучкой можно делать гораздо более качественное и гораздо более профессиональные ролики, что, ну, в общем-то, здорово. Я не скажу, что я стремлюсь именно к какому-то там пику профессионализма, но, тем не менее, очень хочется, чтобы контент был более качественным и чтобы его было приятно слушать и смотреть. Ну, и вот это однозначно такая вот маленькая фишка, которая добавляет как бы качество моей вот этой видеоблогерской работе. Итак, еще раз скажу, это компания Rode, кстати, австралийская компания, наша местная, и микрофон сделан в Австралии, а модель называется VideoMicro, вот такая коробочка, я купил его на Амазоне где-то за 60, по-моему, 5 австралийских долларов, что, в общем-то, ну, как бы недорого, так скажем, честно, и доставили его, кстати, в тот же день, это фишка Амазона, очень приятно с ними работать. Да, еще последнее, что я должен сказать, чтобы никто не подумал, ни компания Rode, ни Amazon не платили за этот ролик, естественно, потому что я настолько маленький, что, естественно, никакой прибыли я им дать не мог, и никакой толком рекламы, то есть это все сделано чисто, ну вот, от души, и так для интереса, и, может быть, это ревью кого-то поможет, если вам нужно принять решение и вот купить какое-то оборудование для своей камеры или фотокамеры. Кстати, да, этот микрофон, он работает и с камерами фотоаппаратов, ну, с фотоаппаратами, то есть и с другими камерами, наверное, он будет работать, но для DJI Osmo Pocket понадобился еще отдельный маленький адаптер. Я, кстати, не покупал оригинальный адаптер, который стоит дороже, а купил такой альтернативный, который не сделан этой компанией. Ну, и он, в принципе, тоже отлично работает и выполняет свою функцию, но стоил он гораздо дешевле. Так что вот, на этом это, кстати, да, мое первое видеоревью. Надеюсь, оно получилось неплохим и интересным. Спасибо, если посмотрели его. Надеюсь, оно вам поможет. Удачи в вашем творчестве. Всего наилучшего, хорошего дня. И подпишитесь на мой канал, посмотрите другие ролики об Австралии, о моих политических рассуждениях, если вам это интересно. И всего наилучшего. Спасибо.